Я его убил! Я его убил! Я его убил! Я его убил! Ага. Всем привет, ребята! С вами Витёк, и это Пушки да палки 2. В общем, Stickman & Gun 2, ребятки, это игрушка от тех же разработчиков, в принципе, по арт-стилю можно догадаться, что игра у Castle. И здесь мы будем играть за Stickman, которого есть пушка, который будет мочить. Зомби. Наверное. Итак, давайте создадим нашего супер-пупер-мега-героя. А, погоди, надо сначала расу выбрать. Human, человечище, орк и эльф. Эльф, орк. Ну, знаете, мне чисто нравятся рыжеволосые. У меня даже дочка такая, так что почему бы не выбрать? Оу, так, выберите свой класс. Ганнер. Та-та-та-та-та-та-та. Автоматчик. Визард, маг, арчер. Это у нас лучник и... Воришка, что ли? Какой-то воришка. Я так понимаю, они все дальники, да? Интересно, воришка чем стреляет? Ну, погоди, но если я взял магическую расу, я так понимаю, значит, надо брать мага? Там было очень много интеллекта, что-то такое, я посмотрел в прошлый. Хорошо, давайте это будет визард. Зачет. Звуки вроде бы в игре есть. Уже приятно. Витя, говорит, за Машку играет. Машка пишет, что Витя играет за Машку, конечно. Ребят, конечно же, я в эту игру поиграл на телефончике. Потом я зашел, скачал эту игру на эмулятор. Ну как поиграл на телефончике? Ну буквально минут 15. Посмотрел, что это такое. Ну смотрите, значит, что есть здесь. Здесь есть... О, прикиньте, 10 тысяч денег предлагают сразу взять. Нет, ну я не знаю. Они меня подкупают. Почему я... А, все, все, уже не предлагают. Долго думал. Хорош. Так, тут можно что-то прикупить. Смотрите, я уже могу что-то покупать. А, ну требуется уровень 3. Видите, у каждой шмотки здесь полное описание есть. Смотрите, это замедляет. Это вот замедляет. Это сплэш дэмэдж 30%. То есть по зоне бьет и так далее и тому подобное. Есть также шапки, ботинки, кольца. Все это еще с монстров падает в больших количествах. И при всем при этом, конечно, чем дальше мы будем развиваться, тем больше будет открываться в магазине разных шмоток и вещей. Вот, можно какого-то пета купить, я не знаю, что это такое, ни разу, то есть так и не дошел. Ну и вооружение, опа. Так, прикиньте, это у меня колечко есть. Колечко дает плюс 15 хп. Кстати, все шмотки можно улучшать. 30 голды. Хыч, смотри. Ой, как долго. Плюс один кольцо. Ю-ху. Так, и какая-то... У, это, видимо, уникальное, потому что два свойства на ней висит. Дефенс плюс 6, хп плюс 10. Ну, пока ничего. Ладно, там же можно и прокачать всякие перки. Ой, тут какая-то дичь. До этого я не доходил в прошлый раз, когда играл. Поехали, поехали в данжен. Вот, первая волна. Давайте. В общем, смотрите, на телефоне удобнее вот этим методом играть. Но на компе я, конечно же, выберу вот этот. И буду просто королем. Чу-чу-чу-чу. Хедшот. Господи, боже мой, мне этот звук хедшот, он же меня замучает. Можно прыгать еще, кстати, двойным нажатием на какую-то... На одну из кнопочек. Ну, я сделал очень простое управление, ребята. АД лево-право и 1, 2, 3 это вот эти магии. То есть я могу в любой момент запустить магию. Слава богу. Господи, как же он орёт. Наверное, надо потише сделать, да? Перфект. Вот так вот, ребята, проходят самые классные парни эту игру. Ну, это самый первый, вы же понимаете, да? Самый первый, самый простой. Дальше-то будет веселее. Смотрите, у нас 440 денег. У нас сразу два перка появилось. Так, что качать? Вот что качать, я даже не смотрел. Это хп. Это, видать, мана. Это что такое? Скилл кулдаун, уменьшение кулдаунов. О, magic damage, то, что нам нужно. Давайте, дамаг. Все в дамаг. Или, погоди, здесь какой-нибудь есть опыт. Мана кост. Не, что-то здесь ничего нету. Бедненько, конечно, со скиллами, ну да ладно. Разберемся. А эти? А эти за деньги увеличивают, смотрите, свою мощность. Хорош. А, стоп, смотрите, я же теперь, наверное, шапку могу одеть. Одинаковые какие-то шапки получились, ну да ладно. И колечко такое же. Зачет. Все, супер, бомба. Так, кстати, а Витя ведь ломает систему игр. Конечно, я ломаю систему игр. И здесь вот появилась какая-то красная точка, что... Ух ты, это босс.
Смотрите, есть шанс выфармить какую-то мега-рарную шмотку. Давайте попробуем. Вот до этого момента, ребят, я не доходил раньше, то есть вот сейчас для меня эта игра совершенно новая начинается. Господи, боже мой, какой гигант идет! Так, я же могу на него жахнуть прям молнией. О-о-о, черт, он меня сожрет! Уйди, уйди! Черт, как больно! Как неудобно, что не пробелом прыжок, а... А как ему хедшот-то вешать? О, из него мини-слайм выпал, что это такое? Опа, реклама, ребята, десятка, халява. Итак, смотри, не обманули, десятку выдали сразу. Давайте посмотрим, что я такое выцепил-то. Какую-то... Что это такое? Слайм Кинг, лягушка. А, это Пет! Это Пет! 10% шанс, кстати, было на нем написано. ХП плюс 15 дает, но я не могу его одеть, мне не хватает уровней. Давай, левелапы! Больше левелапов. Палочки, палочки. Нет смысла мне покупать какую-то дорогую палочку, потому что у меня 4 уровень. А здесь, видите, что-то 5-й, 7-й. Вот этот надо будет купить, но... Да, в принципе, купить-то можно сейчас и на следующем уровне уже одеть. Тут всякие ботинки, шлема... так, что такое? Здесь ты уже был. Здесь я уже был. Хорошо, давайте продолжать. Нам нужно тащить. Я так понимаю, нам нужно пройти вот эту всю дорогу. Вот эти вот все замочки пройти. И, собственно, игра на этом кончится. Ну, как мне кажется, что в этой игре все-таки должен быть конец. Не смотрите, что у меня теперь тут вот черное пятно над левым плечом. Это все потому, что кто-то тут присел. Продолжаем. Продолжаем, ребята, нагиб. Надо только привыкнуть, что прыжок идет нажатием двойным на кнопку. Ух ты, это что это такое? Зомби пошли какие-то, ребят. Зомби. Просто хедшотин отвешиваю всем. Донат, спасибо. Ух, как ты так стрельнул куда-то в воздух. Жизняк. Хедшот. Слизники голубые. Слизники голубые, все верно. Ок! Ну-ка, давай испробуем. Опять голубые слизники. А, это заморозка. Тихо-тихо, не кусайте меня. Все, я перфект слил. Я слил перфект. Это плохо. Хедшот это я всем выдал, но... Зомби идут. Зомби идут? О, смотри, ползет, ползет какой-то зомби. Нифига себе, он толстый. На, магия! Бью, фаерболы подперли. Опять? А удобно, что стоишь, они подползают, ты их валишь потихонечку. Что-то шмотки, кстати, не падают. Где все мои шмотки? Так, 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 так. Какой уровень у нас теперь? 5-й уровень всего лишь. Ну ничего, зато мы теперь с вами можем надеть вот этот вот посох. Хоу-хоу-хоу, смотрите, у меня был плюс 35 повреждений, стал плюс 100. И я смогу слайм одеть. Это можно продать, это такой же. Да, это тоже можно продать. 300 голды стоит, кстати, апгрейд. Не получилось, что ли, я не понял. Не получилось, вот невезучий, а. Та-дам! Зачет, Слайм Кинг. Наша тема, так. Смотрите, здесь можно за деньги прокачать еще себе... Ну давай, метеорит. А что, плюс 4? Погоди. А вот, плюс 5, смотри, 5 метеоритов стало. Супер, сейчас метеориты будем кидать на всех. И я уже со слайм... О, мне предлагают посмотреть, еще десятку получить. Мы с вами приобрели новый посох. Давайте... Потестим его. Но я не думаю, что мы будем сейчас с вами биться за миллиард звезд. Давайте лучше посмотрим, что будет дальше. Ой, блин, я испугался. Я думал, это монстр такой шустрый какой-то на меня нападает. Ух ты ж, нифига себе, по 233. Смотрите, здесь теперь холмик появился. О, кольцо какое-то огненное. Я, кстати, только сейчас вспомню, что у меня есть чат, который я там повесил где-то. Справа сверху. И, возможно, кому-то даже ничего не видно, что происходит.
Блин, этот противный голос Headshot, он мне уже надоел. Можно его как-то отключить? Ну, в общем, у них нет шансов. А, кстати, смотрите, уже 3 волны. Ой, в смысле, 5 волн всего. Это, не выходить. Лежать там. Фаерболы в бой. Хедшот. Все, готово. О, погоди, а слайм... Ух ты, смотри, он ползает, денежки собирает, оказывается. Вот это новости для меня. Так, по-моему, заморозку пора вырубать. Не, вы смотрите, все равно как-то... Я бы не сказал, что прям так легко. Они настолько мощные, что я... Хоть и хедшотами их убиваю, но... А сейчас 5-я волна еще пойдет, наверняка еще мощнее, чем раньше. Ёлки-палки, какие они адские-то. У меня даже хедшот. А, уходим! Фаерболы! Охренеть, какие они мощные! Чуть не убили меня. Я думал, я сейчас королем буду. А нет. Грейт, не перфект. Ну ладно, хотя бы живой остался. Вот это да! А игра-то дает просраться. Так, какая-то огненное колечко. Какое-то огненное колечко, хп плюс 5, fire damage 2,5. Ну давай денем. Это все такое же слайм ринг. Что-то как-то бедно с... Чувствуете, совсем бедно с... Со шмотками. Может быть пойти купить, деньги-то есть. Так, у меня 6-й уровень, ребят, да? Ну-ка давай заглянем в магазинчик. Что у вас на 6-й уровень есть? Может, ботинки какие-нибудь прикупим? 8-й. 5-й. Defense плюс 5, movement speed минус 5%. И нафига мне такое? Так, а шляпы? Defense плюс 5, хп плюс 5. Ой, елки-палки. Где же они такие страшные шляпы-то понаходили? Ой, что это такое? Плюс 1, плюс 1 мана. Ничего-то, ребят, я не понимаю, что покупать. Ну, давай эту шапку купим. Давай, купим шапку. Она явно круче той, которая у нас. Погоди. 6, 10. Да она даже не круче той, что у меня была. Черт побери, а. Амулет вообще купить нельзя. Вот так вот, ребята. Дичь-то какая. Что-то я даже уже засомневался. Может пойти на босса попробовать? Давайте заходим на босса. Зомби-кинг какой-то здесь будет. Здесь есть шансы зомби-рингов и прочего. Мне так понимаю, здесь пофармить нужно боссов, чтобы получить какие-то веселые шмотки. Давай, погнали, попробуем. Блин, опять он меня испугал, мой маленький. Господи, боже мой! Господи! Ты что такой дикий-то? Умри! Он меня пытается ударить своей куклой какой-то. Убил. Сейчас с него ничего не упало еще, прикиньте. Офигеть! И все? А, то есть его так легко фармить? С него реально ничего не упало. Ну давай попробуем его еще пофармить. Че нет-то? Волна всего одна. Ага! Убивают! Давай, давай, хедшот его, все, готов. Что опять ничего не выпало? То ли я не везучий, то ли что, я не понял. Там же вероятность 10% того, 10 того, 20 того. Почему ничего не падает-то, я не понял. Что за фигня, ребят? Может, ретрай? Идет, гад, идет. О, с другой стороны идет. Блин, а что ты такой дикий-то? Это нечестно. Я сейчас умру. Пипец, я вообще не ожидал его с той стороны увидеть. Это нечестно было. Это было очень нечестно с его стороны так появиться неожиданно. Ну-ка, давай больше магии. Ребят, во что Виктор играет? Палки до пушки 2. Палки до пушки. Оу-оу, на-на-на-на-на. Откуда ты придешь в этот раз? Опять оттуда. Давай, фаербол. Черт! Мамочки, убивают. О, что-то выпало, что-то выпало, что-то выпало.
Что-то красное. Наконец-то. Офигеть, слушай, пипец вообще. Ну, был бы на пробел прыжок, было бы намного удобнее, если честно, по крайней мере мне. Давайте посмотрим, что я выбил. 15-й уровень. Физические повреждения плюс 5%, ХП минус 10. Еще какую-то фигню дает плюс 1. Какой-то разлет вокруг меня. Какой-то фигни. Так, знаете что, по-моему, мне надо что-то прокачать. А это что такое? Magic Armor. Во, впитывает дамаг, смотри. Длится 5 секунд. Типа новая магия будет. Хорош. Мне, кстати, ледяночку можно проапгрейдить немножко. Ну-ка, давай глянем новую магию. Будем валить червяков. О, господи, что ж так лагает-то? Опа-па-па-па. Почему-то на хедшотах подлаг какой-то происходит. Хедшот, хедшот. Ну смотрите, как-то они поватнее стали. Но это пока, это первая волна. Сейчас чем дальше волна пойдет, тем хуже и хуже будет, если честно. Потому что на других уровнях тоже с первой волны это вроде как нормально все, а потом все хуже, 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 хуже. Опа, 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 амулет, смотри, выпал. Амулет выпал, отлично. Ой, червяк какой-то ко мне подошел. Я его даже не заметил. Лучник, говорят, топовый в этой игре. Ну, я не знаю, я взял первого попавшегося. Хедшот, 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 и налево, направо развешиваю. Я прям как будто в контре в какой-то. Блин, как прикольно, у них бошки отстреливаются. Так, заморозка пошла. Ты смотри, как... Реально потненько. Мне кажется, нельзя ни в коем случае принимать волну на середине, потому что они с двух сторон подходят одновременно, и беда просто может случиться. Ребят, а я не понял, я вот выучил магию про какую-то там... Щит магический. Куда он делась? Куда оно все делось, я не понял. На, на, на. На, на. И тебе. Вот так вот захедшотил всех. Перфект. О, мне перфект дали, прикиньте. Круто. Еще одна десяточка упала. Мне тут подсказали, что можно заменить один из своих скиллов на тот, который я выучил. Божественно. Ни за что бы не догадался, если честно, что так надо делать. Но хорошо. Так, мы все так же качаем в дамаг нашего героя. Так, мне выпал какой-то сапфировый амулет. Повреждение от холода плюс 5% мана. Ну так себе фигня. А, может быть, в магазин? Какой мы уровень, кстати, уже взяли? 8-й уровень. А когда-нибудь я смогу распределять вот эти вот штуки? Или это все пожизненно уже? Магазин, многозин. Ой, какие они все дешевые. Gold Ring, смотри, дефенс плюс 4, gold бонус. Прикиньте, бонус к голде есть. Ну, как-то бедненько. О, здесь новые ботинки какие-то. Ну, машнились 25 уровня. Офигительные тапки. О, дефенс 1, хп плюс 10. Возьмем. А, все, они сразу оделись на меня. Супер. Пет. Может быть, пета взять другого? О, он 10 уровня требует. У меня слизнячок прикольный. Так, ну можно, наверное, тогда прокачаться вот здесь. Давайте сделаем 6 метеоритов. Мега повреждения. Ну и здесь тогда прокачаемся. Я так понимаю, в этой игре деньги больше нужны вот для этой прокачки, нежели покупать что-то. Мне кажется, можно с боссов нафармить что-то более прикольное. Па-па-пам. Щит. Оу, щит. О, я включил щит. Ёлы-палы, нифига себе, там два червяка каких-то подземных. Хедшот, вот так вот, я Рэмбо. Меня не победить. Я местный супергерой. Чур-чур-чур-чур-чур, обкладывают, смотри, со всех сторон. Ууу, трешечку, трешечку, двушечку. На, заморозка пошла. Что же, тяжело. Уже сейчас тяжело.
Что будет дальше? Мне кажется, что вот эта карта очень маленькая какая-то. Прикинь, хотел меня головой своей ударить. Блин, мне кажется, без магии что-то не получается здесь уже. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, давай заморозку. У-ху! Напали гады на меня, ничего-ничего. Ой, сейчас я закидшоню вас всех. Как же меня раздражает этот хедшот, если честно. А сейчас что-то нормальная волна, вполне себе проходимая. Я не представляю, как бы я это проходил на телефоне. На телефоне намного сложнее все это дело проходится. Смотри, перфект. Да я крутой. Да я очень крутой. Рекламиссимо. Ну что ж, двадцаточка нас ждет. Двадцаточка с нами. А, уровень мы так и не взяли. А нет, взяли уровень, извините. Наговариваю на игру. Так, не пора ли нам новую пушку купить? Какого я уровня? Я никак посмотреть не могу. 9-го. Там, по-моему, пушка с 10-го уровня. Да, посмотрим. А, так, что тут? Red Fan. Ой, это уже 15-й. Это 12-й. 10-й. Смотри, 90 повреждений и сплэш на 30%. Что невелика разница, у меня 100 повреждений. Сплэша, правда, нету. А, оно еще и стоит по мане по-разному. Смотрите, выстрел из этого посоха 2 маны стоит. Так, я понял. Слушайте, не сильно-то и развитие там дальше идет. По выстрелам. Значит, с каждым разом все будет сложнее и сложнее дальше, я так понимаю. Надо тогда дойти до этого босса и зафармить его. Вытащить какие-то мега крутые шмотки. Давай. 7 волн, ребята. 7 волн. 7 адских. Ой, господи, боже мой, что за каракатицы пошли. Какие-то недомуравьи, скалопендры. Как это называется, ребят? Ну, лопаются они, кстати, нормально. По 308 хедшотами. Так, а вот эти уже перестали лопаться. Куда ты стреляешь-то? Влево стреляй. Реально, на мышке намного легче, ребят. Вот в разы легче. Я прям чувствую себя Рэмбо. Я особо сильно ничего не вкачал, а так далеко уже ушел. У них нет вариантов. Они даже не успевают, не могут пойти, не подойти. О, господи, боже мой, спину грызут, спиногрызы сраные. Сейчас всем по хедшоту выдам. И ты какие, а? Вздумали Витька нападать. Пора! Угу! Склопендры! Умирать! Интересно, а можно в эмуляторе настроить дабл тап? Тогда я на пробел бы настроил бы дабл тап по какой-нибудь из стрелочек вот этих вот. И вообще бы реально прыгал бы. Надо будет посмотреть, кстати. Если реально можно дабл-тап настроить по какой-то из стрелочек, будет вообще прикольно. Ну потому что здесь прыжок — это двойное нажатие какой-то стрелочки направления. Я не привык так прыгать. Для меня это неудобно. Так, 9-й уровень. О, предлагают ресетнуть скиллы, прикиньте, за просмотр рекламы. Ну то есть вообще все на просмотре рекламы завязано. А погоди, я же даже и посох могу улучшать, да? О, нехило так он улучшается, я вам так скажу. А, ну потом уменьшается вероятность. То есть шанс, что он апгрейднется в следующий раз. Погоди! И соскочило обратно все. Не, ну погоди. Это неправильно, это нечестно. Это так можно много раз пытаться, смотри. Сейчас хренак, он плюс 0 становится. Нет, вот сейчас не стал плюс 0, а в прошлый раз стал плюс 0. Плюс 2. Я понял. В общем, вероятность того, что ты проточишь какой-то предмет очень сильно, стремится к нулю, потому что он начинает откатывать свою проточку. Неплохо придумано. Неплохо придумано. Ну что, посмотрим, что здесь за босс. Железные ботинки. Книжка на экспу. Библиотека, что ли, какой-то? Так, скалопендры поперли. Господи, боже мой, король скалопендр.
Какой-то желтый предмет выскочил. О, тихо, пых, фаерболиц. Где моя мышка? Я не вижу мышку. Черт. Все, завалил. Книга какая-то выпала. Давайте посмотрим, что это такое. Легендарка L. Бонус экспа плюс 6, интеллект плюс... Интеллект плюс 2. 10 уровень требуется, я как раз 10 уровень взял. Так, хороший, как это? Куда это вставляют вообще? А, это вместо кольца. Ну это очень крутая штука. Нафиг хп. Или погоди. Нафиг фаер дамэдж. Давай, легендарная книга. Плюс 2 интеллекта. А что интеллект дает? Прикиньте, 2 интеллекта дало плюс 10 повреждений и плюс 5 мана рекавери. Процентов. Так, а если тебя апгрейднуть? Бонус станет плюс 7%. Ну, неплохо. Так, это что такое? ХП, МП, Lightning Damage. Топаз какой-то. Ну, в принципе, чуть лучше, чем мой. Чё бы и нет. Что, прикольно, мне нравится. Такие шмотки какие-то разнообразные выпадают. Какие-то боссы. А смотри, там тоже босс будет. Давай следующую волну прочистим. Ой, господи, боже мой, я их помню. Это же из этого. Из... из царя. Чуть из головы. Sword the Court. Там был такой этот. Ого. Тихо, тихо, не убивать. Слушайте, а может быть не от количества повреждений, которые я получил, зависит... Перфект или не перфект? Может быть, это зависит от того, насколько много я хитшотов сделал, например. Вот такое предположение. Слушай, как много их летит-то, а? Это только четвертая волна сейчас пойдет. Вот я сейчас, конечно, здесь хорошенечко пригорю. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Нормально, справился, смотри. Хедшот, хедшот, хедшот! Дима, спасибо тебе, Димочка! 100 рублей от Димы, ну гоу же Хилинкрум. Ну, позизя, точка, удачного стрима, точка, передай привет Диме. О, какое-то кольцо молнии выпало. Привет, привет, да. Фух, и еще одно кольцо. Вот это по дропу, кстати, очень сильно. Я так и не понял, они по рандому, что ли, падают? Грейт. Всего лишь грейт, ребята. Make America great again. Ну что, давай посмотрим, что мы вытащили. Ну, это мы видели. Это мы тоже не раз видели. Это тоже. Молния, ХП, МП. Да, все фигня. Ничего интересного не вытащили. Что такое? А, все, максимум, ребят. На максимум прокачал. Так, мана кост, мана мастере. Так, это кулдаун. Ну давай мана кост. Уменьшим количество маны требуемой. Так, снова босс, ребят. Живые ботинки и новые еще слайм ринги. Интересно, это живые ботинки типа тех, которые у меня сейчас есть. Босс левел. Смотрим. Сейчас мега слайм как выскочит какой-нибудь из-за угла. Как укусит меня. 7000, мама, какой-то дикий. Уйди, 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 уйди. Жить хочу. Уходим, уходим, уходим. Что-то не стреляешь-то. Чёрт, блин, нифига себе он дикий. Больно. Больно, 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 больно. Хедшот, хедшот. Убил. Ничего не дали. 50 монет дали с него. Это нечестно, я еще хочу. Давай, прожимай сразу. Блин, как знал. Прям взял, выскочил отсюда. Откуда? И откуда никто его не ожидал? Пипец, он меня изнасиловать хочет. Мам, Витя, беги. Упрыгивай отсюда. Я его убил, я его убил, я его убил, я его убил. Охренеть, я его убил, но он опять мне ничего не дропнул. Да что за порнография такая? Я, может быть, хочу получить какой-нибудь артефакт. 60% шанс дропа хоть чего-нибудь. Два раза по 40, получается, мне выпало. Давай еще разок попробуем.
пора. Идет. Заморозку ему. И не только ему. Фаерболы. У-ху. Я свою мышку теряю. Умри, гад. Умри. Умри. Перестань не лизать. Ты что, извращенец? Ну как так можно-то? Не, я что-то не так делаю? Почему я не получаю артефакт? Сколько можно? Какая вероятность, что 3 раза по 40% сбудется подряд? Ну, не маленькая, я понял. Смотри, я его закайтил. Его кайтить надо реально. Ух ты, шавка какая-то выпала. Бля, а в нем кто-то мертвый, Айзек какой-то плавает. О, ботинки. Ботинки счастья. Так, все, в город. Наконец-то. А, ну шапка это стандартная шапка, ничего обычного. Ой. А, то есть мне все-таки выпали ботинки в какой-то раз, я просто не заметил, что ли? Тут по всему, да. Давайте, зато теперь мы можем смотреть, чем L отличается от E. Смотрите, Alive Boots. Что это такое, сердечко какое-то дают банку. Defense плюс 1, HP плюс 5. Defense плюс 7, HP плюс 28. Левел 12. Слушайте, ну я понял, смотрите, красные ботинки, они дают какие-то бонусы к скиллам, что ли. Смотрите, сердечко и бутылка. Ну-ка, как посмотреть? Да, вот к сердечку плюс 1. И к бутылке плюс 1 дал. Я даже не знаю, что такое бутылка. Я не могу даже посмотреть, что этот скилл дает. Но у меня уже плюс 1 прокачано. Может, какая-нибудь регенерация? Ну, блин, статы, конечно, очень маленькие на ботинках. Их можно, конечно, прокачать. Ну, вот эти просто какие-то легендарные боты. Вы посмотрите, насколько они крутые. Сколько они дефа приписывают. Сейчас, если их еще прокачать... Давай, плюс 3, сделайся. Есть! 65%. Ну давай, ладно. Есть! Вот это боты. Вот это, я понимаю, топули. Вот это говнодавы. Так, у нас 12 уровень, кажется, настучался, да? О, уже 13, пора купить новый посох. Палка в дорогу, ребят. Да ладно, у меня деньги есть. Так, это 15 уровень. Вот он, 12 уровень требует посох. И чё? Давайте его прокачаем. Фига себе, по 1000 уже сразу берет. 1500. А смотри, 152 дамаг остался почему-то. А, плюс первым остался просто. Ну давай, еще разок. Есть! Фух. Слайм какой-то прикольный. А давайте посмотрим, там же еще какие-то можно купить. Петов, подожди, пятый, вот они. 15 уровень, интеллект дает, кстати. Dexterity плюс 1, HP плюс 5. Это явно круче, чем то, что у меня. Давайте купим. Смотрите, а со временем Dexterity, кстати. Опа, 2 Dexterity будет давать, давай. Классно. 2 ловкость. Что дает ловкость? Давайте посмотрим. Dexterity. Dodge. Уворот, ребят. Дает уворот. Ну что, давайте попробуем нашу новую сборку. Соберем. И спробуем ее на новой карте. В атаку. Чем больше прокачка оружия, тем больше монокост мне подсказывают. Понял тебя. Ух ты, что это? Мамочки, это какие-то... Я какие-то молниями стреляю. Офигеть, вот этого я не ожидал. Слушай, у меня маны не хватит на этот посох. У него дальность еще небольшая. Зато можно сразу оптом всех валить. Прикольно, слушай, здесь у каждого оружия еще... Опа, червяк, привет. У каждого оружия еще свои приколы. Слушай, надо манореген поднимать. Если так дальше пойдет, я этот посох не потянул, ребят. Зря я продал свой прошлый посох.
Зря я продал посох. Опа, какой-то, смотрите, с сердечком амулет. Ух ты, шляпа какая-то крутая, желтая. Мисс, промах, это у ворот сработал. Мана кончается, левел ап. Такое ощущение, смотри, чем ближе я их подпускаю, тем сильнее дамажит этот посох. Какая-то пулька выпала. Да, такой посошок-то оказался с запашком, я вам так скажу. Блин, не так-то просто ему воевать. Я не представляю, на телефоне вообще нереально на нем воевать. Здесь-то еще проблематично. Ладно, придется купить, наверное, обратно свой старый посох и пользоваться им. Что-то я не привык, что у меня маны нету. Все, пипец, труба, маны вообще нет. Сейчас они меня тут завалят. Нет! Может их собрать побольше сразу и... Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Это, ребята, кстати, глаза вот эти, это сперматозоиды из Айзека. 100%. Есть. Ху, прошел. Офигеть, нехило. Мне подсказывают, что я могу юзать два посоха. Я понял вас. Вот, свапнуть, да? То есть мне нужно будет еще какую-нибудь кнопочку сделать для свапа посошков между друг другом. И мне сказали, что вот прям перед этим посохом вот этот вот прикольный, говорит, Руби Вант. Сплэш дэмэдж плюс 30. Ну, давай, в принципе. А может быть сразу до этого дотерпеть? Смотри, 15 уровень нужен. А у меня уже почти 15. Что это такое, пулька какая-то? Пистолетные повреждения плюс 5%. Магическая шляпа, смотри-ка, ХП, мана поинсы, дефенс, еще вот это скилл какой-то мой. Слушай, это, по-моему, хорошая замена моей шляпе, которая у меня с самого начала игры. Вот еще немножко даже прокачали ее, давай, на. А ты у нас отправляешься на покой. Амулет сердечко, ХП рекавери плюс 1%. Ну, наверное, не очень. А, нет, смотри, посох-то я не продал свой прошлый. Хорош, Витек как знал, что пригодится. Как знал, что пригодится. Ну, прикольно. Прикольно, заморочиться можно, ребят. На этом, наверное, я пока остановлюсь. Ваше пожелание поиграть дальше. Только ваше пожелание, что... выраженные в виде лайков и просмотров могут заставить меня поиграть в эту игру дальше. Хотя она, конечно, прикольненькая, я бы сыграл. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте, в общем, эти самые пальцы вверх, комментируйте, не забывайте делиться с друзьями, чтобы они тоже посмотрели, что за игрулина, если вдруг не видели. И, в общем-то, все. Пока.